Ой, бля, ладно, я не буду, блядь, слишком банально писать. Так, ладно, я написал. Нет, сделаю так. Вот так вот. Чё, все написали? Просто да. Время заканчивается, один остался. Один за тупых Мишу сидит, блядь. О, я уже давно отцепнул, алё. Так. Блядь. А чё? Блядь, что за... У меня какая-то хуйня написана. Так, блядь, пиздец, хорошо. А вы сами, да, эти фразы себе придумали? Да. Ладно. Кому досталось парк? Признавайтесь. И, так мы не... Давай, не спойлер. Вась, странный. Нельзя наоборот спрашивать. А. Так, ну типа вот так. Так. Бля, время, пиздец. Пацаны, да я понял уже, что время. Ебать, я в шоке просто. Блять, как это рисовать? Что это такое вообще? Так, блять, пиздец. Хуйня ебаная. Денег я тебе в рот ебал. Пиздец. Я тоже нарисовал. Я хуй знает, что это. Ну, позвёт, блять. Так, музыку бы включить. Всё, я готов. Я нет, я еще рисую, слушайте, мне сложно. Я тоже готова. Ребят, ну типа времени осталось там секунд 40. Ну, кого давай? Достаточно, чтобы что угодно нарисовать. Но я понял прикол, и типа, по-моему, все понятно. То есть, ну вы бы догадались, да, пацаны, которые стрим смотрят, что это нарисовано? Бля, я неправильно сделал, минуточку. А, бля. Вот у меня вообще изи. А тебе мое попалось, да, Вов? Ну, блядь, да. Ну, типа, я сначала хотел так нарисовать, потом нарисовал нормально. Не звони нахуй. Кому звонят? Другое дело. Мне, алло. Доставка Яндекс. Да это и есть волосы, блядь, ребят. Сложно. А кто еще 4 человека? Ой, 3 человека. Я дорисовал уже. Все, надо дорисовать. Ой, нажми готов. 10 секунд так, осталось. Готово. Один то, остался. Время. Справа, сверху. О, все, успел. Так. Ух. Кстати, этот бля. Рисунок. Что за хуйня? Блять, yeah. Кто это нарисовал? Что это такое? Подожди, это... Блять, я не... Я что ли рисовал? Я не знаю, что это, блядь, такое. Ну, блядь. Нет, мне не интересно. Вот так, наверное. Ну, я хуй знает, вот так, наверное. Блядь, я букву пропустил, сука, ладно, похуй. Бля, отлично. У кого-то чего? Я смотрю с фантазией просто супер. Вообще нихуя. Просто да, ничего да, не да, подрисуешь да, да. под это. Я... Хорошо, пока, кал. Это... Здорово. Так. Сейчас, я пытаюсь... Ага. Блять, как это... Как это нарисовать, блядь? Макс там ржёт, блядь. Я не знаю, как это... Блять, а как Ctrl-Z тут работает? Да. Так, допустим, вот человечек. Что такое Ctrl-Z? Назад, отмена. Вырезать. А, так можно? Да. Блять. Я хуй его знает, блять. Я еще тут, ну, непонятно, по-моему, что это. Ребят, у меня под глазами патчи, понимаете, есть такая штука. Так, мне не нравится. Вошел новый патч. Патч под глаза. Вот так сделаю.
Фух, я готов. Мне какой-то изи вообще достался. Ты какой значок нарисовать? А. А нам потом в конце все это покажут, да? Да. Мы будем смеяться. Можно даже сохранить будет потом это как гифку. И в паблик выложить. Так, стоп, нет, я сделаю так. Ну, я надеюсь, догадаются. Тут еще цвета можно было выбирать, блядь. А, у меня все черное. Да-да-да, я все черным рисовал. Я тоже все черным рисовал, типа, ну я... Кому звонят? Алло, да, ответь. А то у Васи такой телефон еще с тех времен остался. Да, у меня он дисковый еще, надо набирать, блядь, уметь. Я думал, у тебя. Алло, да, ну что там с часами? Ну, древний. Там, короче. Блядь. Так, а сейчас надо будет... Часы опять... японские вчера сдал. Надо будет отгадывать. Ломбард, блядь. Ага. Чё это такое, блядь? Бля, идите нахуй, это кто, блядь, нарисовал вот этот? Это чё за хуйня? Я вообще не понимаю, что это? Я хуй знает, я напишу вот так и всё. Может быть, это кто-то Эвелона нарисовал, я хуй знает. Благо да... Блядь, чё за хуйня выпала, алло? Бля, вот это залупа. Вот это грустно, блядь. Вот тут легко нарисовать, вот это вот, вот такие бы придумывали. Ой, блядь. А как тут текст ставить, можно? Я не знаю, что делать. Тебе что нажать нужно, чтобы отменить? А справа внизу стрелочки. Спасибо. Ну а нормально же. А руки... Ой, блядь. Ну вообще есть люди без рук. Предположим, он такой. Так, ну-ка, норм. Нарисовал-то норм. На голове так. Сидит, блядь. Блядь. Я не раз так же сидел. Да, пацаны, надо бы пасхалку сделать. Как это нарисовать, блядь? Все, я нарисовал. Видите, готово, кто нарисовал. Тогда ну что делать, я не знаю, что делать, сука. Рисуй полную хуйню. Это же сломанный телефон, а то он и сломанный телефон. В смысле, братишкина разбанили, да ладно? Ох, охуенно, да? Наебывают, наебывают. Ничего себе. Блядь. Нажмите готово, блядь. Да, еще не все нарисовали. Такие тоже бывают. О! Блядь, чё? Чё за хуйня, блядь? А если мне кто-то осуждённое слово написал? Кто рисовал, а потом почти все стёр? Не я. Я, наверное. Ну и не точно. И как это объяснить? Блядь! А! Ща! Все, алло, 5 секунд. Ой, блядь. Ой, блядь. Что-то придумать. Блядь. Когда уже закончится? Блядь. Диник, мне твое выпало, нахуй. Погодите, я не понимаю, а это кто-то чё, такой блядь? Креативный, может, блядь, выпало? Или я не понимаю? Чё даю, то и получается, блин. Так. Блядь, а как его нарисуют, а? Как его нарисовать-то, а? Так, хорошо. О, я знаю. Блядь. Бля, нихуя, шо... Ой, блядь. Так. Что-то, блядь, это сложно, нахуй. Первый, легко. Блин. Соло.
А тут писать можно? Нет, подсказывать нельзя. Кто хрюкает, блядь? Хесус. Да. Что вы? Ну, я же нарисовал нормально. Не хуёво, Володь. Так, стоп, не то. Какой-то слава Украине получился. Как банан нарисовал, ой. Красава. Сука. Пиздец, блядь. Я гений, я считаю. Я реально гений. Наверное, мне твои гениальные вот попадаются. Рисунки. Не знаю. Пойдем посмотрим. А сколько еще рисовать? И мне надоело уже. Мне тоже. Угу. Что-то мы... Это не заканчивается, блядь. А что это там, блядь? Бесконечно да. Злиться. А кому звонят? Хуйня. Ну что там с деньгами? Да Васе звонят. Осуждаю, блядь, как это закрасить? Осуждаю. Что это такое, блядь? А что там у Хесуса? Да я не... Ну, блядь, осудительное слово. Там где с этими, со звездочками? Да. А мне тоже это попалось. Что, кто это написал? У меня тоже какая-то осуждающая, блядь. Это Макс написал, походу, блядь. Нет. А, блядь, никто не писал. Бля, и ребята, что а это А потом уже быть? Покажем, кстати, кто это сделал. Блядь. Я хуй знает. Я вообще, я не знаю даже, что написать здесь. Все, 5 секунд. О, да ладно! Что, ну, все? Нет. Закончили? Так, а что делать? Ждем. А ничего, сейчас надо просто ждать. У меня кнопка начать, у меня начать кнопка есть. Начать, нажми. Нажми начать. Режим показа авто или вручную? Озвучку нажми, авто. Озвучка включить, да. Вручную. Озвучка. Там можно вручную, авто, а можно блядь. На авто. Вручную или авто лучше сделать? Авто! Да, это ладно, все равно поехали. Это. Да не все равно, авто. Альбом. Сижу я как-то какаю. Чего похоже? Давай сделай. Покатал кусочками. Блять! Че за хуйня? Русалка обосралась. Не понял, что за хуйня? Русалка обосралась, это у меня было. Где говно-то русалки, блядь? Рыбу уебала, то там папа смешно. Блядь, это ой, блядь, это ор нахуй. Ой, блядь, поехали дальше, ну-ка. Рыбу ебал. Пошёл гулять в парк в день ВДВ. Это я. Это я, смотри. А, нет, это я. Я тоже рисовал. У меня смешнее это было. Гопник из ВДВ, да ебал сюда. Написал. Штабшник требует деньги. Слушай, ну в принципе концепция, ну... Не, ну похоже. Все угадали. Хуя, осуждаю. Осуждаю, блядь. Ну что-то хуйня какая-то, Мин. Блядь, что вы делаете, нахуй? Я не успела написать просто. А я еще слышу, типа, блядь, а как мне это рисовать? Вова скоро сходит в баню. А, да? А, вот кто. Вот кто это нарисовал. А, нет. Это не, блядь, не то. Бан. Сори. Осуждаю вас. Ну тут я просто. А реально, тут вообще ничего не приходит на ум. А, это Диник. Так а что я должен был на бан написать-то? Бан! Охуеть! А про какое слово ты говорил? Я не понял бы, что это. Вообще-то у меня красиво. Тихо. Я люблю сосать. А я думала, это не показывает. Дима,
поёт. Поёт с любовью, блядь. Что? Песня о любви. Песня о любви. Нормально, блядь. Любая Настя в чат. Осуждаю. Чего, блядь? Я думал, там слово ножик. Очень логично. Ну, типа, блядь, перестаньте вот такую хуйню выписывать. Типа, байки. Да, не надо баны, потому что... Не надо даже намекать, типа, это пиздец. Там дальше жестче будет какой-то кеп нарисовал. Шифер на крыше испортился. Шифер на крыше испортился, блядь. Я подумала, шифер на крыше, блядь. Охуеть. Блядь. Бля, понятно, вот тут начали. Насрал на крыше. У тебя он на говне съезжает с крыши. Телефон совсем не сломанный какой-то. Ебать. Да, насрал на чердак. Насрал на чердаке. Нет, там дальше очень жестко будет. Блядь, чел, до слез. Это смешнее, чем футболка, блядь. Сплюнул на стоматолога. Ой, блядь. Это тут будет? Что это, Хесус? А почему руки так прикладывают? Хесус, у тебя талант, блядь. Вы чё нахуй? Пиздец. Вот тут всё по пизде пошло. Почему у нас выходит одна осуждёнка? Чё за хуйня? Я не понимаю. Нет, осуждёнки. Бля, Валер, ты сейчас удивишься. Смотри. Похороны стримера подряд. Вот сейчас будет дальше визг. Закручивает гайку. Вот я рисовал, я рисовал. Я тоже, кстати, рисовал. Ой, смотри, слушай, смотри, смотри, смотри. Ебать, ты художник. Смотри. Хесус подкручивает свой бок. Почти. Почти. Чё за башня стрёмная? Не понял, что это. А это я. Загадка от Джаффа. Осуждаю, бля. Бля, ну хорош. А, типа, чего, Валера? Загадка от Джаффа. Осуждаю. Бля, ну типа прикольно, прикольно, прикольно. Пиздец. Навальный приехал в Россию. О, это я. Так, Навальный приехал в Россию. Навальный прилетел в Москву. Навальный... Ну, почти то же самое. Да. Ну, тут невозможно, да, что-то делать. Навальный такой, вот оно что, блядь, пошло не так. Навальный на банан рассказал. Блядь. ФБК ест банан. Бля, Даша все заруинила, блядь. Обезьяна сходила в туалет. Обезьяна, блядь. Обезьяна. Нормально пишет, блядь. Блядь. Собаку больше. Вот это не знаешь, чтобы рисовать, какую-то хуйню нарисовал. Лагод это заебал фидить нахуй. Иди сюда, Ягуар. Что? Чего? Блядь, да? Вообще нихуя, ебать. Катание в море на паруснике. Вот кто заруинил, блядь! Я нарисовал парусник. Нихуя, блядь, красиво. Красиво. А я сначала не понял, что там Даша, блядь, нарисовала. Ну, Кент в горе, типа, я гора. С Шифером ближе всего было. И с баном еще. Ну, типа, там просто сломался он. Давайте так, без всякой хуйни, намекающей на осужденку, заканчивайте, блядь. Только давайте. Я за. Пощадите, блядь. Бля, сложно было, ладно. Ребят, без матюков. Не, матюки и голые сиськи. Чё, погнали? Осуждаю. Да, давай, поехали. У меня осужденка началась, блядь, в треке. Фух, ебать, я ржал. Не, это очень смешно. До слез что-то. Главное. Давай, просто... еще или нет, не еще? Заново, заново. Да не... еще заново. Да го, заебок. Бля. А выходить не надо. Не надо выходить, да, типа. Зайдите назад, кто вышел. Ладно, я сейчас зайду.
Да, один Хесус вышел. Получается, да. Слушайте, ну это да, это что-то в стиле вот предыдущего стрима, да, вот, который отлетел. Там тоже смешно было. Так, я все, я здесь. И потом страшно. Кто эти гении, кто этот сервис придумал? Смешно, но опасно. Ну это, блядь, вот сами стримеры на эту хуйню шутят, это вообще забей. Это мой папа придумал. Погнали. Для кого старается корова? Так. Ебать, у меня тут осуждение какое-то написано. Да, у меня тоже. Заготовлено. Я, пожалуй, его и оставлю. Давайте, и чтобы легко было. Я даже ничего не менял. Сейчас у меня начало истории такое, как... Оно у всех. А я его не менял, я его таким оставил, короче. Там прикольно. А я хрень написал, но нормально. Хотя... Так, я сейчас сапки включу. Ебать, ты сапки отключил, что ли? Ну, я типа уведомления отключил, потому что пиздец. Народ, сабы. Ты бы уведомления поменял бы. Алло. Они реально раздражают. Тихо. Так, окей. Бля! Что за хуйня? Как мне это нарисовать? Вов, я подписку на тебя купила. Спасибо большое. Да, я тоже вчера купил, блядь. Я продлил. Ну, я продлила. А я еще заднатил. Какой ты крутой. Вообще. О, спасибо, не сказал. Не похоже, блядь, что-то. Блядь, Диник, что ты нахуй пишешь, боже, блядь. Что я такого написал-то? Нормально все. Бля, это уже залито. Блядь! Да, блядь, кнопку путаю. Кукурачи. Как тут потоньше сделать? Можно эту штучку? Да, да, чуваки, сейчас так и сделаю, наверное. Ну-ка. О. Ой. Блядь. Я одну штуку нарисовала, она на член похожа. Надо, наверное, перейти. Да, держи в курсе, Даш. Я думаю, тут вообще изи. Стоп. Хотя ладно, пойдет. Нельзя писать? Можно. Нельзя писать. Ну, с намеками, может быть, как-то можно, нет? Ну, с подсказкой просто не надо делать. Ну, да. Бля. Долбали, звоните, ответьте уже. Так, ну-ка. Чё за флаг? Ой, бля! Я не так нарисовал. Чё ты делал там? Ну, не важно. Я успел всё удалить. Но я думаю, там вообще какой-то... Какой-то пиздец будет. Ох, ох. Блять, что это? А это что такое вообще? Так, ладно. Блять. Вот денег, наверное, нарисовал сразу виде. Что это, блядь? Я думаю, я угадал. Не-не-не, надо смешно сделать. Вот так будет прикольней. А, ну вот это нормально. Кто это, сука, написал? Бля, чего, блядь? Мне какая-то осуждающая. Можно попроще, пацан? Ну, ребят, ну хорош, блядь. Как это вообще, блядь, нарисовать? Я тоже не знаю. У меня вариация хуйно нарисуешь. Шо? У меня тут какая-то аморальная хуета. Такое не хочу нарисовать.
Блядь, я неправильно рисовал. Не-не-не-не, чуваки, сейчас. Подожди, не-не-не-не, поводок. О, я понял, кому мое досталось. Иди ты в жопу. Как нарисовали, так и описал, блядь. Не, ну тут достаточно легко, в принципе. Сука, что это за хуйня? Как это нарисовать вообще? Какой-то. Блять. Так как я вам два уха-то нарисую? Вы чего вообще? Нормально! Ой, бля, видел бы ты мою вариацию. Готово. Да нельзя писать же ничего. Что вы говорите, напиши, блин. Нельзя. Ну, я думаю, вот так можно. Слушайте, можно писать, если оно не отвечает на вопрос. И тут нужно додумать. Блять, ну еще поздно уже. Что это такое? Блять, ну кто ж такой художник? Так, ну, значит... Что за... Просили рисовать, не рисовать осуждение, а тут вообще какой-то пиздец. Это маска? Вика Картер просит, спрашивает, точнее, хочет поиграть. Давай ее сюда закинем. Так. А можно мне носки подарят, ее осуждаю или нет? Блять, это смешно. Очень. Блять! Ты что, не успел написать? Нет. Так, ну что ты нахуй, допиши, ну что ты, что мне писать-то, блять, рисовать нахуй. Химчистка ку. Я, блядь, заебался на этой клаве, я путаю кнопки. Ну, сука, и чё мне рисовать, так, вот не дописал, я блядь, понял, транслитом пишет только Диник. Диник, да, ты вообще так гений. Так он и сказал, да, сразу. Так, я, да. Вова. Да. Чё рисовать, блядь, ты не дописал? Там, типа, умер от Wi-Fi. Понял, всё. 10-4. Да это, блядь, не похоже нахуй. А что такое лозина, блядь? Кто это умный мог придумать? Это не Даша, это по-любому кто-то из пожилых, блядь. Это я. Кто? Конечно, Вов, я бы такое не придумал. Чё там? Это я, Вов. Лозина, чё это такое? Фу. Мне кажется, это... Да или похуй, это... короче, ладно, бля, ребят. Кусты какие-нибудь, трава. Это же сломанный телефон. Ага. Ну чё, балдёж? Художник от бога. Правда, правда. Я гоню быстро, не подъедешь близко, останови. Ладно. Осуждаю быстрое вождение. Блять. Совсем стримеры с ума сошли, уже вождение осуждают. Блять, Вова вчера вообще сорел, как черепашки клубнику едят. И чё? Так ты тоже смотрел. Ну так я после него решил попробовать. То есть спиздил, да, идею? Ну как обычно, блять. Кого, блять? Я вообще-то вот эту хуйню уже стримил, ты у меня ее спиздил тоже, получается. Пиздит, походу. Я спиздил, вообще-то спиздил. Это я тебе скидывал, чтобы ты ее постримил. Вот и вывели тебя на чистую воду. Вот и вывели тебя на чистую воду. Не, денег, это я не после тебя. Бля, какая-то хуйня вышла, погодите. Ладно, похуй, так оставлю. Это такое, блядь. Да, бля.
Как картошка пишется? Ой, библия, библия. Ну ладно. Что же это так, блядь? Айо. Кто донатит? Айо. Я. Да, Нико? К? Ну ладно. А где донат? У меня донаты не отображаются. Да, блядь, наебали вы, сука! Кто-то придумал. Чё здесь сейчас? Так, хорошо, мне еще более-менее показалось. Более-менее как-то. Такс. Блять. Я шо, блять? Блять, пизду это все рисовать, блять. Вот так вот всегда бы, просто две линии и готов рисунок. Легко. Так сложно, пиздец. Бля, минус 15, ну ё-моё. Так, стоп, донат. 15 сабок выпало? Не-не, норм. Другая тема. Все, охуенно. 15. Это не сабки. Это понятно, я же нарисовал охуенно. Сейчас вот это еще один вроде. Блять, я не понимаю. Да и похуй. Хорсев, спасибо за донаты. Не за что. Хорсев, не за что тебе. Не за что. На, Хорсев, молодец. Хорсев. Красава вообще, Хорсев. У меня залупа. Так, все. Блять. Давай, 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 чуть-чуть еще. Не могу, не дорисовал. Секунд 20 еще. Давай. Скорость, кинь Вове денег, у него денег нет рекламы. Нет, у меня есть денег. А, есть? Ну тогда ты не можешь. Мне рекламу. Мне. Мне. Это ломака, блядь, так говорит. О, все, успел! Какого вот тут вот этого, вот такого точно не будет уже. Какого уже не будет? Ну вот этого точно не будет. Уже не будет. Все. Да блять, опять. Блять, Миш, ну ты. Чего? Что это блядь? Такое, блять? Что это? Я не понимаю. Че я-то сразу, блядь, ничего не рисковал вообще. Меня мышка даже не трогал. Контент будущего, блядь. Короче, тут самое смешное для тех, кто только пришел и не фолнулся. Во-первых, фолнуться, потому что без этого смешно не будет. Самое смешное в конце это сломанный телефон. Это Россия, это Украина, алло. А чё у него сердечко, ладно. Что? Да не, ничего. Поехали! О, бля, так, наконец-то! Погнали! Сейчас будет мега-бомба, бля, ржака. Ребят, здорово всем. Все, циц. Альбом «Голубь зарыга». Вынес киндер из пятерочки. Тихо. Осуждаю. Грабитель. Я не знал, как по-другому написать, блядь, чтобы меня это не осуждали. Блять, как пятерочка в Сбербанк превратилась? Бабки у инкассатора, блядь. Киндер-сюрприз превратился, блядь. Блядь! Киндер-сюрприз, блядь. Вставляй его кватеры. Оба в люберцах, блядь. Ой, сука. Я их перепутал, блядь. Блядь, Валера, вот это было смешно, бля, реально. Мне вот так, поехали. Вкалывают спутник. Вкалывают спутник 5. Чего? Никто не рисовал. Блядь. Когда нету Evil. Что это, блядь? Блядь, ёбаная рулетка, нахуй. Я не стала рисовать. Умер от Wi-Fi тут написано было.
Ломака. Пять граммов убиваю. 5 граммов, блядь! Где там 5 граммов, блядь, нашёл? 5 граммов убиваю! Бля, как я выпал, Вась, слышь, 5 граммов, блядь. Не, на 5 граммов он потрял. А чё сразу, Вась? Да ты один поржал со мной. Лёха перед стримом. Лёха перед стримом, блядь. А какой именно Лёха? Куру в Амстердаме. Это Финян. Куру в Амстердаме. Денег сочла, как ты это увидел? Ну там бонг нарисован, типа. Это Финян! Какой нахрен бонг? Миша! Бля, дальше же не так пошло, да? А вот я был, бля. Слава Украине! Бля, вот это разъёб вообще. Вроде все логично. У меня живот болит уже. Ем капусту. Чтоб выросли сиськи, бля. Чё, реально капусту ешь? Блять, что это? Чё, чё у меня брокколи? Вот это я вообще не знал, как это рисовать, это вообще пиздец, посмотри, как? Библиотеку. Ой, где некрасиво нарисовал. Лэмпа в библиотеке. Вот откуда это пошло. Я, ясно, я понял. Я понял. Смотри. Начиналось все с... Да, учение в себе! Блять, ты старый, конечно, блядь. Что, блядь, логично же. Сайт большота черного медведя. Это игра собака. Мама! Жук говорит, мама, какому то зверю. Это медведь. Понял. Белорус добывает картошку. Надо было флаг нарисовать. Сажают картошку. Ой, блядь. Сажают картошку. Сажают не так, нахуй. Пиздец. Блядь, сажают картошку и потом бы вот на эту картинку отсылку. А с чего все началось? А, с жуков и медведя закончилось политической шуткой. Ой, жесть. Ломака кушает бургер. Блять, я сразу отгадал. Умник это нарисовал, я написал, ломака кушает бургер, блять. Ну, ломака продал жопу, казино купил бигма. Игровые автоматы. Сам ломака отвечает на себя. Развод на бабке. И сейчас такой, знаешь, родители разводятся, кто-то нарисовал. Донат с примером. Это мне донат, блядь, на рулетку. Это не, это пиздец какой-то. Вот, блядь, любимый фильм из Германии. Любимый фильм из Германии. Ой, блядь. Блядь, вот откуда это пошло. Да. Блядь. Сейчас будет твою. Мужик выгуливает собаку. Собака катается на лозине. На какой лозине? На лозине, я хуй знает. Но он нарисовал. Охуенная собака. А чё же вернул! Зашу ломаку. А вы сейчас увидите. Ломака чишу. Путин. Так, Путин. Ой, блядь, осуждаю. Нас. Сейчас интересно, что будет. Хесус нарисовал. Осуждаю! О, Хесус! Володя. Я нарисовал Володю правильно, получается. То есть он нарисовал, что Путин вор? Сейчас вы выпадете, блядь. Путин смотрит, вы светлое будет. Пиздец, ты денег загадал, конечно. Мечтаю о России закон. Ой, блядь.
А он не мечтает о России, блядь. Пусто, блядь. Пусто. Корова продает молоко. Собака нахуй какая-то. Корову дают за деньги и подают молоко. Ну почти. Блять, деньги были. Бля! Одинаковая зеленая. Навального отравили. Новичок. Да чё ты? Чё? Ну, отсылка к Call of Duty какая-то, не знаю. Ебать, ты Миша, нахуй, Навальный, походу, не пиздец. Так, алё, чел, мне эту хуйню выпадает. Как мы от Навального квадрату малечки? Как мне это, блядь, зарисовало? От коровы до квадрата. Блядь, это вообще имба, нахуй, патентуем, бля. Играть надо часто в эту хуйню, это очень смешно. Она не надоедает, например, как футболка. Футболка после первого кона уже не смешна. Я заебываюсь рисовать, честно. Так, ну, поэтому в нее нельзя долго играть. Так давайте еще сыграем. Один. Дайте мне подождите, а можно на 10 человек сделать? Да. Можно. Да. Сделал. Я сейчас ей ссылку скину, она зайдет. До 30 человек. Ток-ток-ток-ток-ток. Без словарного запаса не заходить. А зачем тогда я? Как тут я играю? Не знаю. Кто зайдет? Ты? Ребят, без мата уважаю. Вся наша жизнь игра. Такого точно не будет. Точно не будет такого. Выбери секрет. О. А, ну там... Не-не-не, это плохо. Не надо. Вы лучше... Я играл. Давай секрет попробуем. Я пернул. Без мата ПЖ. Ну, имейте в виду, там рисовать вслепую придется, если что. Там вообще пиздец. Там нереально что-либо нарисовать. Там не видно, что ты рисуешь. Нет, тогда неинтересно. Да это наоборот интересно, прикольно. Нахуя, мы будем просто рисовать рисунки ебаные, что в голову. Вася сказал, я не хочу рисовать, блять, ни слова больше. Включаем только рисунки. Ну что, начинаем? Можно без пешки, но тогда будет долго. Начинаем? Да, давай, пиши. Нет, за что не хочешь секрет, окей, начинаем тогда, да. Ой, бля, ебать ржака, это пиздец. Бля. Нет. Сейчас будет пиздец. Мне кажется, это вообще приведет опять к Навальному. Бля. Это все юмор, если что. Или подождите. Шо? Ладно, пускай так будет. О, мама звонит. Алло. А Вова курит. Чего? Че? Блядь, ну кто это написал и что с этим теперь делать? Так, и что это за хуйня? Что за залупа, блядь? Кто это придумал, блядь? Полная залупа. Я уверен, что это, блядь, Картер хуйню присут. Охуя так взять? Напишу так. Блять. Не, ну можно что-то придумать из этого, да? Да это не про это, пацаны. Нормальные, уважающиеся тапочки. Люди пишут чат. Пацаны, кенты. Что угодно. А чатик Хес, это... А? Хес, ты скажешь чат или чатик? Чего? Это чат слишком... Или чатик? Ладно, я не буду руинить. Чатик. Нарисую. Ну, вот и все, что требовалось доказать. Альт, ну ты где, когда же ты уже подаришь мне больше нравится, когда чат говорят. Рофл. Чатик как-то... Иду, не дождусь твоих стримов. Смилинг, подчеркивание фачи, подчеркивание уит, подчеркивание трея, подчеркивание эрц. А когда Рокет Лига на 7? Принц Чарльз? Это когда это, персинг на пенисе, да? Да. Персинг, Вася. Персинг на пенисе. Вот кто это, блядь, придумал, сука? Кто вот это вот придумал, что я рисую сейчас? Сам рисую. Что я должен был к этому нарисовать? Я не ебу вообще. Блядь.
Блять, ладно, осуждаю. Я не знаю, что-то еще нарисовать-то. А, точно, у него же есть этот. А, блядь. Да, похуй. Пускай будет так. Интересно, что выйдет из этого. Блядь. Я не знаю, просто у меня времени не хватило, чуваки, я не знаю. Я могу рикошеты накрепил, блядь. Окей, тогда, допустим, сделаю... Блять, в пизду, короче. Спасибо за перепад писки. Чего это? Чего, чего? А, бля, без мата же просили, да? Исхуяли без мата. Потому что там Картер, походу, делал детям. Стримит. Извините. Стримит? Что, реально без мата? Да мы сейчас такой, блядь! Без мата, блядь! Блядь! Ой! Блядь! Я не успел отцепнуть, сука! Чё? Ебать, там нахуй... Что такое, блядь? Кто эту хуйню придумал? Вы чё, блядь? Блять, ну вы заебали уже шутить на эту тему, ну не смешно. Очень смешно, блять, я нахуй, пожалуй, что-то свое нарисую, пусть под это отталкиваются, блять. А что там за тема? Стример любит чат и сперму, кто-то написал. Там вообще изначально было стример любит чатик, блять, алло. Ну а теперь еще и сперму. Что, блять? А за окном какой ебаный военкомат. Так, сейчас еще кое-что попробую нарисовать. Ой, прошу прощения. Не, Лёх, не пробуй. Я люблю пробовать. Сука. Да ёбаный в рот, что вы творите вообще? Что тебе? Да ничего, блин. Так, ну-ка. Да, наверное, надо сделать так. Её талия. Аномалия. Её талия. Хотя знаете что? Типа, наверное, в этом и суть будет. Всё. Ты о чём? По идее, ну как бы мы можем выйти, блять, на... Ну это логично. Вот так нарисовать, это логично. Нормально. Ну, типа, если этот вопрос формулировать, то нарисован охуенно логично. Потом никто ничего не поймет, что ты его нарисовал. О! Вась, да ответь, ты уже задолбал. Я ебу. Даш! Жестко. Это мама звонит твоя. Ты че, охуел? Твоя мама подождет. Подождет твою мать. Моя мама варит кофе, может быть. Подождем твою маму. Хватит, это песня старая, блядь. Ага. Бля. Чего? Вот. Давеньки. Ой. Может быть, там реально было? Блядь! Блядь. Кто это с отравлением Навального? Ты заебал, блядь. Знай. Я про это же. Это там. Я. Там картинка. Мне еще не упадало. Ебать, что увидишь, надо... поймешь. Блять, чё? Блять.
Заебал ты, блядь. Блин. И какашку не могу нарисовать. Я попробую увести это, блядь. Все. Ой, ёбаный в рот. Да это, блядь, знаете, это слишком, ну, хуйня какая-то, блядь. Рисовать еще вот это вот, блядь, тут. Сука! Это... Уже было пошучено на эту тему. Хуйня, даже стараться не хочется. Цветы в вазе, говно в унитазе. Ладно, я попробую нарисовать, чуваки. Я ебать не знаю, как они, блядь, выглядят, но, наверное, вот так как-то... Да? Ага, я гений. Непризнанный. Ну, блядь, сейчас сделаем. Ты поймешь, почему я это написал? Да не, бля, похуй, вот так сделай. Поймешь. Бля. Ты че, блядь? Алло, а чё никто не нарисовал? Уже время все. О, а есть слот? А мы, наверное, новостецкую ебашим. А кто еще похочет? Мазелов. А, да? Ну я бы еще поиграл, да, типа, если кто-то хочет уходить. Блять. Бля, это легендарное будет. Чего? Вот это будет самое смешное, мне кажется. Что это такое вообще, блядь? Зачем вы такое рисуете? Что тут написано? Что это? Я не понимаю, что нарисовано, блядь, рядом с типом у меня на рисунке. Ой, блядь. Все, я не знаю, у меня креатив закончился, блядь. Что так я должен здесь, блядь, ну, придумать, нахуй? Это как вообще к этому пришло, блядь? Я понял, что это мой вопрос. Ой, блядь. У меня такая хуйня попалась. Даже не знаю, как нарисовать. Это же не его. Чтобы это было не осуждающе. По-любому Вова придумал. Нарисовал. Только Вова мог до такого додуматься. Я не знаю, чуваки, как это можно, блядь? Блядь. Похуй. Ой. Сука, я не знаю. Бля, вообще не буду это рисовать. Да заебало, блядь. Уже полвремя прошло. Я по-доброму нарисовала. Не стала плохие вещи рисовать. Ой, это такая дичь вообще, как изначально, типа, ну я помню, что я придумал. Типа, как это к этому пришло, непонятно, правда, но... Ты узнал, типа, что это от тебя пришло? Ну да, 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 да. Значит, это совсем печально все. Мне кажется, я сейчас и заруиню, блядь. Короче, готово, похуй. Я свое вообще не узнаю, я не знаю, где мое, блядь. Но если ты не знаешь, где твое, значит уже все пизда там точно. Мне даже, кстати, вообще нигде не знаю. Я, однако, я сразу выпаливаю, где Картер, блядь, по рисункам или по текстам. Вот прям моментально почерк. А заебали. Бля, такая хуйня ебаная, боже мой. Да это все там сидит, блядь. Бля, он теперь злой, блядь. Валерончик, блядь. Нет, я так все кахер. Вот видишь. Потом. Ну главное, чтобы смешно было, типа. Я замьютался, сижу, ржу, блядь.
Так. Чё? Что, блядь? Что это, блядь? Блять, я хуй знает, чуваки. Подожди, старый волк. Другой ничего в голову не приходит. Бля, я хуй знает, бля, ребят. Блять, че? Я больше кто пишет на английском, я английский не понимаю, че это. Да, это там на русском написано транслитом, да. Даш, ну ты и пизда вообще, блять. Вы че, тут написано на английском? Английские слова. Я что, совсем что ли глупая? Бля. Может, это Картер пишет? Походу, Даш. Мокруха, блять. Все, пиздец. Все. Вкинулся и откинулся. Это кетчуп, если что, да-да-да. Хотя, знаете, наверное, бы надо было как-то так нарисовать. Блять. А, блять. Shot fires. Так. Кто он? Лидер и боец. Ну, кто-то заказал это нарисовать, я нарисовал. Ну, я вроде справился. Молодец. Политик, лидер. Опять, ну, блядь, давайте отгадаем, что там, опять Путин рисует. Ну, ух ты, как. Судя по звуку, да. Чё, да. Музыка кто, играет кто, на поле, я? Блядь. Да, опять ты, Валерон, получается. Не-не-не, это другой. Валерон. Валера, блядь. Блядь. Там шедевр создается. Чуваки, может эту хуйню разыграть, типа, никто не хотел бы? Есть боксовая диджитал, блядь. Ку. Опа. Ну когда уже конец, хочу ржать, сука. Все, сейчас. Еще два раза. Да? Нет, Лёнь, последний это был. Там а, последний? Не нарисовали. Ура, ура. А. Все, чуть-чуть осталось. Кто нарисовал, тот был. Наконец-то. Ой. Все, готово нажимать, Даш. Готово. Я случайно лицо закрасила. Поехали, блядь. Все, поехали. Так. Это пиздато нарисовать заебывает. Не пересят закладку. Полицейский пробивает стену. Полицейский въехал в стену. Авария. Ой, блядь. Rest in peace, блядь, все заруинил, блядь. Охуенно! Охуенно! Рафлан, поминки, ха-ха. Блять. Блять, как вообще нахуй? Мы начинали про заклад, типа, чё за бред? Наркотики, смерть, наркотики, зло. Собака какала. А, вот оно чё было, блять. У меня чат отгадал. Собака писала, и... собака какая. О, хорош. Какала, блядь. Какала. Бля, я заруинил, пацаны, сори, блядь. Бля, у меня час. Битва была равна. Говно и блядь. Даша! Ебать, круто. На картошку нашали. Хуя зарисовала. Обычно вроде. Ой, дичь вообще. Бустер на стримфесте. Я понял, кто заказал. Кто шуршит, сука?
Блять, вы чё нахуй? Ебать, перевоплощение, слышите? Мысли о координатах. Блять, вот что это было, да? Координаты, блядь. А, это вообще другое, не то, что Вова говорил. Не-не-не, больше Майнкрафта не надо. Бля! Нихуя, красиво. Красиво сделал. Кубики кубические получились. Не, охуеть, слышите, бля, я орнул, больно, типа, бустер на стримфесте, чел такой, охуели, Хесус у бустера упал онлайн, типа, чату говорит. Ой, бля. Заноза в заднице. Так, заноза в заднице. Пиздец. Или Картер, сука! Хесус на ДРГ. Подходит под резьбу. Подходит. Бля, вот оно что! Да-да-да. Хесус прячет башну от тучани. Блять. Ой, блять. От ученых, блять. Уважаемый человек разбил нос и умер. Вот это я вообще не ебу, блядь. А я такой же, а я придумал. Что мне здесь было нарисовать? Похороны клоуна. Бабка дала коня. Бля, Картер охуенный. Ну это было похоже. У коня гриво есть. Аукцион коров для пансиона. А это ты нарис, блядь! Боже, что это? Корова опять, бля. Я вообще не понял, блядь, что это. Логическое завершение. Не, Картер перевернул. Кто я? Красава, Миш. Лучше. Что за дичь происходит за окном? Окно и кто-то потерялся. Валера! А, ну все нормально. Все, Даш, спасибо, ты, блядь, вернул этот испорченный мир, блядь. Но сейчас его вернут, наверное, назад. Да-да-да. А, нет. Да. Картер свой IP написал. А что на IP-шник нарисовал? Вась! Ну, Вась! Все, все, все. Секрет Иисуса, подчеркивание Агн. Кого? Да заебали с моей посылки. Лукашенко снял. Вот, где ты начинаешь, Лукашенко. Бля, нихуя я в Лукашенко превратился, блядь. Welcome to Беларусь. Ой, бля. Ой, бля, а в лицо ему это скажете? А в лицо скажете ему, блядь, а? Не. А в лицо, блядь. Ты как будто на удочку туда ловит. Убийство. Труп. Оп, пояснение. Охуеть, вот, ну... Ну, что-то грустно закончилась история. Уехал в Беларусь и умер. Лукашенко, блядь, теперь ассоциация только так. Вас отдыхает. Вас отдыхает. Да нет, какой отдых тоже. В принципе, кот захватил хвост. Что такого хвост, блядь? Хозяин, я не успела дописать. Злой котик из Шатавального. Вот, блядь, заебали вы нахуй. Уебать она рисует. Да, 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 нет, прям вообще пушка. И там, знаешь, такой, шлюха. Вот тут это пиздец. Это тут вообще притокот на танке. Я не знаю, бля, не знаю, как это нарисовать. Старый волк едет на танке. А, ну вот тебе, пожалуйста, вот тебе. Понял. Танк набитый деньгами, блядь. Это камуфляж.
Камуфлированный. Навальный моется в душе. Блять, это было так сложно. Там тоже про Навального постоянно. Блять, так вот что это. А как же мыло? А, ну, кстати, вы все угадали, мне кажется. Вот Навальный новичок. Моется в душе. Отравился новичком. А что не синие трусы, а? Отравление Навального. А, вот откуда трусы сейчас будут, да? Ну, это что? Сейчас, блин, разгадаем, кто в итоге его убил. Оп. Тинги. Найс. Опа. Новый трус. Блять, Миша заруинил все нахуй. Ну что, блять, тут было как прокомментировать? А, во-во-во, смотри, смотри. Рады покупке менструальной чашки. Что, блядь, какой чашечка? А пошел мне дай курицу. Так, ну-ка тихо, Картер, блядь. Вот я... Стример любит чатик, я нарисовал, блядь. А я короче, слышал, я хотел свою встретить, не успел стереть. Бля, вот откуда это пошло, там пиздец будет потом. Бля, я не успел стереть, я тут хуйню писал, короче, я не успел стереть, сорян. Не, в принципе, ничего не поменялось. Бля, это такой пиздец нарисовал. И, конечно, это достается, блядь, мне. Ну нет, а потом я из этого что должен сделать? Смотрим Бонго Чамс. А, хорошо, хорошо, блядь. Что это? Не, ну мы хорошо еще вышли из этого, на самом деле. Не спрашивайте, пожалуйста, ничего. Вообще, а что это такое? Что, еще? Пацаны, еще я сейчас пасу и пригласите еще, пожалуйста. Кто у нас там? Ты полысел просто. Не, все, я честно, я заебался. Ну давай, сколько слотов тогда? Я тоже заебался. 10 слотов оставляю. Мазелов, заходи, Илюх. А может, секрет попробуем? Ну тоже дайте секрет. Для разнообразия, реально. Да там рисовать невозможно. Да можно. Всем привет. В этом и смысл, привет. Понимаешь? Здорово. Привет. Здорово, Илюх. Здравствуйте. Здравствуйте. Привет. 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 Привет, ребят. Привет. Привет. Здорово. А, Илюх, здорово. Привет, Илюх. Здорово. Привет, Илюх. Давно не виделись. Илюх, здорово. О, вы что, стримите тут, что ли? Здорово. О, Илюх, привет. О, привет. Бля, нихуя ты неожиданно ворвался. Здорово. Привет, ребят. Не видел. О, да, привет, привет. Прыгай по ссылке. А куда? И по ссылке. Секрете. Привет. Привет. А, привет. О, привет. О, здрасте. А куда этот-то пропал? Куда? Вова писать, наверное, ушел. Он же сказал пописать. Вова писать, наверное. На картошку, бля. Обоссался, блядь, от смеха. Илюх зашел? Да, я... Привет. О, Вов, привет. Здорово, меня разбанили. Здорово. Спасибо. О, Вов, с разбаном. Че, секрет или какую возьмем? А какова тарку сменить? Секрет. Я не знаю, Вов, тоже... здорово. Мне тоже не очень-то нравится быть клубничкой. Ну давай секрет для разнообразия, говорю же. Ну давай. Типа, просто хотя бы посмотрим, что это. Время быстро, будем быстро рисовать. Ты что, ебанутый? Быстро вообще не успеешь ты. Ты что, не надо, не надо. А сколько у нас человек? В секрете вообще невозможно будет. Макс вышел, у нас 9. Обычно время оставь. Но я не вышел. А Вася от тебя остается? Я не могу 9 поставить в секрете, кстати, почему-то. Ну ясно, я пришел, все сразу уходят, я так понял. Не, зайди вместо меня и все. Да, никто не хочет со мной играть. Ладно, так, похуй, погнали. Ой. Поехали. Так, начать историю. Чё? А почему точки? Алло, а чё точки, блядь? А поверьте, что не видишь, что пишешь. Ага, и вот, в этом и секрет, что? Блядь. А, да, нет, да. Какая-то хуйня. Ай, блядь. Я клавиатуру не знаю, мне клавиатура. Блядь, я на сам английском. Не знаю, что я пишу, блядь. Да ебать во вкладке другой напишите и вставьте. Вы что вообще, блядь, глупенькие? Блядь, а в чем проблема? Просто напечатать на клавиатуре и все. А вдруг не попадешь по клавишам? Я не знаю клавиатуру. Да помолчите вы, блядь. Я не знаю клавиатуру. А рисовать сейчас будет вообще жесть. Вот в этом и прикол, что и зрители этой хуйни? Ну там типа прикол... Сейчас половина будет просто, блядь, на английском нахуячено, блядь. Блядь! Смотрите, какая вот расклад. Я не успела. Чё за хуйня, слышите? А, то есть тут даже не видно, что я рисую. Да, 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 тут пиздец полный. А, бля, не, это говно ебаное. Это да, это фул хуйня. Это вообще не интересно. У нас же сейчас половину рисунков корявые будут и не смешные. Я не знаю, что там видно. Попробуйте нарисовать там. Видно, блядь, там типа видно, когда вы рисуете. А, чертание. Оно пропадает. Да.
Ну и нормально. Я буду скринить, чтобы не забыть. Чего размылись-то? Блядь. Да потому что я, блядь, залил нахуй, я не знаю, что я залил, блядь. Ну нажми стрелочку. Я тоже залил, ну, блядь, в этом и прикол. Потом залил соляры. Все будут смеяться, понимаешь? Да? А какой там цвет фона, блядь? Белый, наверное, Вов. Блядь, я заливаю нахуй. What the fuck, мазафакич. Ну не заливайте, блядь, ну что? Да это скип, у меня весь чат орёт скип хуйню, блядь, эту. Да у тебя чат душит просто. Да у тебя, наверное, тоже самое пишет. У меня, блядь, я когда играл, у меня такая же хуйня была, все писали скип, потом все сидели смеялись, блядь, в конце. Они у тебя смеются, блядь, когда ты просто со стула встанешь, ебло. Блядь, извинись. Понятное дело, я же смешной, блядь, я даже смешно встаю. В натуре, поэтому именно. Я просто смешно встаю, блядь, поэтому всем смешно, блядь. Все верно. Нет, ну Хесус-то по факту. Ну что вы ругаете? Бля, мне не нравятся, чуваки. Давайте, блядь, без этой хуйни. Вот все ж заебись. Давайте обычный режим. Попробуем один раз. Да что пробовать, блядь? Мы сейчас 30 минут будем сидеть, ждать, пока кто-то нарисует. Я не могу скотч, блядь, нарисовать. Пока кто-то нарисует, блядь, я не могу нарисовать. Что ой, это, блядь? Пиздец, блядь. Тут непонятно, тут залито просто, блядь. У меня сайт просит заменить пароль из-за того, что здесь источник. Ну, тут полный фейл какой-то у меня. Ничего не видно. А ты еще думал, легко будет? Готово, мужики. Ну, я, наверное... будет с ошибками, это я пишу так, потому что я клавиатуру не помню. Ну хотя бы время быстро идет. Ну вот такие Хесусы и смотрят, поняли, да, типа? Че, охуел? Извинись. Пошла ты в пизду. Ладно. Кто придумал эту хуйню? Хлеб подумал, что он арбуз, ты че, еблан, блядь? Это мое. Ай, блядь, ну как тут? Нет, это полный пиздец, я не понимаю. Короче, ладно, все. Изи. Дёрни за пальчик. Хуй знает, я так оставлю. Давайте челлендж рисуем только первые 10 секунд. Да, давайте, блядь. Интересная идея. Потому что это и посмотрим, блядь. Так что это, мы в итоге скипаем это или нет, блядь, заебал уже. Да уже все. Но судя по тому, что у меня онлайн съебался, Хесус, я тебе благодарен, блядь. Типа это реально душная хуйня, ну честно. Вот что это, блядь? Он бы у тебя по-любому съебался. Нет, типа, я даже не знаю просто, что я пишу, блядь, типа. Это что за бред, блядь? Зато ну ты, блядь, тогда скипай, ты сидишь все время это... А как скипать? Или... Как скипать, блядь? Я не знаю, просто по-новому создать комнату и все. Ты просто людей задушил, вот они и сбежали. Блядь, ты задушил людей, вот они и сбежали. Я ничего, я вообще, мне весело. Мне весело, ну играть. Я не знаю, я все супер быстро рисую. Жарко, смеяко, вообще сидим, блядь. Ты просто рисовать не умеешь, вот и... Мне весело, говорит. Рафлан Смеяка. Как скипнуть-то, блядь? Да никак, надо просто заново. Ну рисуйте, рисуйте просто, точку ставьте и готов. Напишите хуйню, мы посмотрим, как это хоть выглядит, типа. А вось там говно какое-то, мы же первые секунды... Да мы же почти уже закончили рисовать, 6 из 9. Ну, кстати, да, я согласен, давайте уже до конца добьем. Не-не-не, да, забей, что... просто скипните, да, посмотреть, это хуйня что реально. Что такое вспышка фотоаппара... Это Дима. Я не знаю, что такое вспышка фотоаппарата. Агрессивная вспышка. Вспышка. Спишка. Нет, давайте поиграем, осталось чуть-чуть совсем. Дуря. Я за 3 секунды нарисовал, ребят, кто быстрее? Где да, да, кто быстрее, 3 секунды. Выиграл смазку от Роксанты, в итоге мы приняли без нее. Спишка. Ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла. А, мы нашли краш. Ладно, пофиг. Блять, я нихуя не понимаю. Я такую хуйню рисую. Я, блядь, вообще не вижу, что я рисую, блядь. А мне все мало. Да это будет полный пиздец, я вам говорю. Я там пытался Рафлан ебало нарисовать смайлик, блядь. Слушай, получилось неплохо. Бля, у меня то же самое, там одни и те же рисунки, что ли, блядь. Нажмите готово, кто там последний, блядь. Вова нахуй. Сидит, блядь, нихуя не делает, готово нажать не может. Я нажал, а ебанат.
Ребят, не ссорьтесь, ребята, не ссорьтесь. Да все нормально, один попробуем раз сыграть, все не зайдет нахуй. Не, ну это прикольно, но это... Что это? Что это такое? Окей, ладно. Подумал, да. Мы сейчас не будем рисовать, я надеюсь. Будем. Будем. Блять, задание! Я нихуя не понимаю! Что? Что это у меня написали такое? Блять, охуенно. Я нихуя не понимаю. Я не знаю, что это. Мы не знаем, что это такое. Мы сейчас на отъебись же рисуем, правильно? Естественно. Нет, я стараюсь. Не, я стараюсь. Не врите нахуй. Все, я тоже постарался. Ну, я нарисовал. Ты нарисовал же, Вов? Я тоже. Тогда точно постарался. Бля. Ой, блядь, кто пернул? Даша, ты? Еще смеется. Ой, да у меня стул скрипит. Че, блядь, у меня стул скрипит. Вот это газа. Слышно, пукнула и посмеялась. Ава газку ебать. Да блять, да у меня стул скрипит. Если вы пердите, как мой стул, это у вас. Твой стул пердит, как мой. Алло, рисуй, ебать, кто там один остался? Я нарисовал уже. Закончим, блять, быстрей, эту хуйню. Давай, давай, давай. Рисуй, рисуй, рисуй. Иисус, блять, на протяжении трех каток, блять, орет нахуй. Алло, ты орешь, блядь. А это что за хуйня? Это что, блядь, за лумпа, нахуй? Бля. Что это, блядь? Все, ребят, я такую балумбу придумал, разрывную, блядь. Такая хуйня. Ой, блядь. Пиздец. Я боюсь представить, что сейчас будет. Бля, сейчас будет какая-то залупа, погнали. Да хуйня будет полная такая. Оформил подписку на бустера. Бля. Бля. Как ты тут рисовала вообще? Продаю покемон. У нашей лицо немного съехало, по-моему, нет? У меня в жизни так съехало. Бля, а один в один получилось. Неплохо, кстати. Продам Пикачу. Это душно, потому что рисунки говнища. Я не знал, как это рисовать, я нихуя не видел. Я нихуя не понимаю. В принципе, даже понятно. Ну, это залупа. Если что, у меня бот написал, я не успела. Девочка, расчёй свои волосы. Как ты не успела, блядь? Это Даша, когда просыпается с утра, да? Все пишут, блядь, так неинтересно. Блядь, что это? Это я расческу нарисовал, блядь. Это ёжик, блядь. На яйцо какое-то. Я понял, что я рисовал! Какая-то свинья на колёсах. Блядь. Ой-ой-ой. Курица хочет оформить. Курица. Блять, ёжик на колесах, я не так понял, блять. Самый большой арбуз в мире. Ты? Хуета. А, вот что это было, блять. Ну, а я так не нарисовал. Хлеб подумал, что он арбуз. Вот это хуета. Хуету въебал, блять. Логотип сменили, блядь. Дай денег. Блядь, такую хуйню сейчас нарисую тут. Дай денег. Этот такой, дай денег, блядь. Чё? Каплю, блядь. Деньги для сиськи. Бакс, бакс энд кам, блядь. Всё. Обезьяна рыбачит в реке. Бля, Миш, у тебя что с обезьянами все, блядь?
А, блядь! Твою мать, смотрите, что я написал! Блядь, я думал, это пятерка, пацан! Я красиво нарисовал. Пятерка в дневнике. Я руина, сука. Заебись. Книгу перевернули. Зачем? Чё? Не понял. А Асу? Блять, это что? Вась, переворот книги. Блять, всё началось, обезьяна рыбачит в реке, блять. Да. Встреча в Люблани. В Люблани. Куго секс. Подкат на Улицк. На Улицк. Ебать, Улицк. Ну я не знаю. Подкат. Блять, вот что это было. Чё, блять, деревья какие-то. Не засал и подкатил к паре стримерш. Вот, блять, стримерш. Да, вот оно откуда, блять. А, это стримерши такие. Ебать, стримерши тут. Тёлки с большими дойками. Да, вот, Вован, это ты, блять. Это последнее было, то, что мы скипали, блять. Моя мама. Ой, блядь. И что так грустно? Так грустно, да. Моя мама. Моя мама, блядь. Торч. Торч. Факел. Торч. Вот откуда это пошло. Вот Рафлан и Бал. Рафлан и Бал. Ну а что это? Вообще всегда изменяться будет. Я пытался. Рафлан и Банат. Блять, я не помню, чтобы я ебанат написал. Охуенно, Рафа. А что? Я не... А, я у тебя, кажется, цвет сменил, блядь. Лео, блядь. Лео. Леон. Не понял. Что-то Картер тоже посыпалось, блядь, на этом режиме. Крокодил, да режим сложный. Тверк. О, блядь, звезда-то, кстати. Годзилла, блядь, какая-то. Дужа, пойди назад. Дужопой, дужопой, блядь. О, тихо, но мы почти. Я почти, я не знаю, как я нарисовал. Как ты, блядь, поняла, что это дракон вообще какой-то? Это я, да. Лучше. Дракон наругил. Наругал. Ворон съел что-то походу пиццы и нарыгал. Доллар упал. Сейчас такой, ай, блядь. Ай. Блядь. А, ну блядь, я пластиком все это, блядь. Я нарисовал, пластик был. Вспышка фотоаппарата. Чел, я так фон заливал тоже, да. Ломака. А чё? Ломака, алё. А я писал. Ребёнок охуевает в жопу фон. Тихо. Таксист орёт в Яндекс. Неплохо. Новый логотип. Ой, бля. Взял скотч, но не взял и прилип зачем? Я раунд, я... Дубленское очко. Вид сверху. Вид сверху. Это вход для собаки? Да, в пакете. Нормальный пакет. А вся проблема, что я скотч не мог нарисовать. Какашки наличие. Наличие, блядь. Наличие, блядь. Личие это фрукт? На лице, блядь, я имел в виду. Ебать, нос классный. Какашка вместо носа. Да, вместо носа. Ой, ебать. Наличие. Короче, это какая-то залупа, нет, вообще полное говно. Да нет, заебись. Вообще полное говно. Обычный режим лучше. Обычный режим намного лучше вообще. Это смешно, конечно, но тот намного горнее. Ой. Я бы создать... Блядь. Что, еще что ли? Тихо, блядь, смешно, пизда, не могу. Давай еще только ускоренный и обычный режим. Ускоренный? Ой, бля. Мазяка, заходи обратно. Ща. Ускоренный, это будет пизда. Опять по ссылке, да, у меня почему-то вылетело? Да. Нет, ты не вылетел, ты начал главное просто. А. Блядь, это такой пиздец. Время быстро.
Текст-рисунок. Мазяка гриф, блин. Погнали, все готовы? Ой, блин, давай. Ой, ехали. Я поставил... А, вот обычный. Обычный, да. Да-да-да. Так, рисуем быстро, так. Нет. Все, я придумал, охуенно. А чё, я? Я, блин. Блин, не успел дописать, сходил за водой. Все, пиздец. Че за говно, блядь? Так, рисуем быстро. Ты чё, еблан? Это ты так сказал 2 секунды назад. Блядь, я его... Кто это придумал? Я не знаю, не успел словарик дописать. Все по пизде пошло. О! О! Че, блядь? Че-то нахуй я не понимаю. Че, блядь, тут происходит? Блядь, блять. А, бля. Не знаю, я справилась быстро. Да, похуй. Ой, блядь. Это просто, типа, ну, алё. Ну, а как еще это нарисовать? Это ше-карандаш написано, блядь. Я не успел дорисовать. Время так мало. Блядь. Блядь. Бля, я хуй знает, так, наверное. Фух, еле успел, блядь. Ну, я тоже. Чё так быстро, блядь? Кто, блядь? Кто это придумал? Пиздец, и как тут вообще нарисовать-то? Хороший вопрос. Я в ахуе, блядь. Ну, типа, это... Ой, сори, извинись. Блядь. Блять. Чё, блять? Да, надо бы еще вот так сделать. Я не знаю, что тут рисовать, блять. Норм. Похуй, пойдет. Пусть отгадывают. В этом и прикол. Прикол, да. У меня просто тоже хуйня какая-то вылетает. Я карандаш нарисовал. Не знаю, такое себе. Охуенно, блядь. И че это такое? Не знаю. Я не могу прочесть, что там написано. Пацаны, что написал? Тут, видимо, первое, что в голову приходит, нужно писать, потому что просто времени нет нихуя. Да, бля, не успел написать. А чё? А, походу, Хес самый вариант выпал, да? Я правильно понял, Хес? Да иди ты. Ну, это рифма, блядь, забей. Чё первое в голову пришло. Охуенно, рифма у тебя. Блядь. Так, не, ребят. Ща. Охуенно, по-моему. Сейчас, ой, блядь. Сейчас все отгадают, блядь. О, не, ребят, можно еще. Блядь.
Ёбаный режим. Блять. Не, ну когда на скорость интересно рисовать. Да, 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 да. Ой-ой-ой. Блять, тут про Крым шутка или чё? Ладно, я попробую, знаете, что написать. Блять, я не успел, нахуй! Я еле успел написать. Оно автоматически, типа, принимает, если ты там что накалякал. Ну, оно может и скидывать вроде как, ну, типа, пусто. Вообще, вроде как, да. Пупырышки, блять. Это что такое умный, блять? У меня какая-то хуйня выпала. Это ты, наверное, Вова, Крым дал, да? Вот это вот. У меня не дописано, блядь, что мне делать? Заебись. Пиздец. Так, это Ластецкая получается. Блять. Давайте рисуйте, осталось чуть-чуть. Пиздец. Бля, я уже в предвкушении того, что произойдет, типа. Что там пиздец, наверное, там вообще будет. Такая вот такая, наверное, хуйня, блять. Придумывание слова просто 0 секунд, блять, дается. Бля. Нормально, нормально. Блять. О, повезло, повезло. О, повезло, повезло. Хуйня не повезло. А, не успел. Так, что, погнали? Полная хуйня получилась. А в этот раз быстро. Так. Рыба утонула. А, гайка, я понял. Блять, как это нарисовать? Рыбка кентик сдох. Походу, все подобные рисунки будут, да? А, вот что это было, да. Заебись. Ну тут нормально. Ебать, бля, как-то с тенью даже рисует. Откисло, блядь. Такой звук еще был сейчас. Селодка умерла. Селодка. Селодка. Селажик. Селодка.ру, блядь. Ну, блядь, без ошибок вообще гениально. Хорошо. Ем колбасу на диване. Блядь, Даша! Вот это я не успел дорисовать, по-моему. Я не успел колбасу нарисовать. Блядь, диван. Че у нас стадион? А, вообще-то было, блядь. Блядь, а где колбаса-то? Кто так играет, блядь? Чекай, блядь, мой ответ. Грузчик пинает мяч. И что, такой довольный? Только без рук почему-то. Как он грузчик? Пинаю. Просто пинаю. О, бля, офигеть! Как красиво. Ебать, мячик прикольный. Ясно, картер графика. Это как из игры Баунс, который на телефоне был. Ну да, почти колбасу. Ленина. Точно. Чё Ленина, блядь? С Ленина, Буграфлан. Ленина. Блять, такой пиздец. Я ж воду отходил наливать, бля, не успел дописать, я вернулся. Гранит науки. Я думаю, чего, бля, гранит наука? Что это? Это камень. Дыра, блядь, понял? Пиздец, блин. Кого? А при чем тут шарик это? А вот откуда ты это взял, блядь, вообще? Я-то думаю, что это было? Блять! Пиздец, колобок. Не очувай, ведьмка. Блять, вот твои вот эти слова, вот эти вонючие. Ага. Это превратилось в убийство за грамм, блять. Да. Охуенный ведьмак. Это ведьмак, если бы... Вот что это было. Вот на это ответил я, Хес. Минит. Это пиздец вообще. Чё нахуй за дерьмо? Миша чисто. Хес, обрати внимание. Минит. Боже мой. Слушай, он следующий рисовал потом. Люберцы. Бля! О, сейчас будет что-то страшное. Это правда, что он реально резал за дозу. Вот где это было. Ой, блядь. Реально Люберц. Чё? Отдай мой снюс. Отдай мой снюс. Дай бутерна. Чё ты, блядь, пишешь? Дай бутер на мажу. А, это был, блядь, бутер? А, бутер. Передает лопающиеся пупырышки. Какие пупырышки, блядь? Потому что, блядь, они так и выглядят.
Бля, вы больные люди, блядь. Хесус съест торт. О, про себя. Да. Там было Халк написано, я переделал. А, это... Хесус умер. Осторожно покрашено, блядь. Выключили све. А, как это вышло в Крым, блядь? Све. Блядь, неужели ты не узнал? Блядь, это все, что... Крым, свет, а, да. Все, я понял, хорошо. Валера, бля, красавчик, нахуй. Ну ты вот так это и вышло. Только дали. Крым дал СВ. Нихуя! Вот после СВ, блядь. А как так? Я пытался просто Крым что-то там написать, не успел. Это похоже на лицо свиньи слева. Если собака и свинья, понятно. Суслик, суслик, паукан. Блядь, что подревнее, нахуй, могла, блядь? Вот что это было. Зоопарк. В зоопарке. Верну контент. Слушай, ну я пытался восстановить, бля, Валера, смотри. За что? Стрим 192. И говорит еще за что, бля. Я же не знала, какой там контекст. Там просто рисунок по мафии, я не знала. Хейтеры, блядь. Так, рисуем быстро так. А? Карандаши стремит. Старый, ты чё выдал, блядь? Это скалка? Заебись. Чё пришло в голову, то и выдал. Пишу маме, что я сломал монитор. А, понятно. Мама. Ой, ну бля, ну короче, душно уже потом в конце пошло. Все. Бля, вам смешно было? Да, очень. Да. Да, неплохо, неплохо. Можно периодически повторять. Бля, да, можно там чисто 1-2 скатать. У меня просто жопа уже болит, блядь. А чего? Как раз пару троек. Хорошо, на банов, блядь, не было ничего. Аккуратненько все сделали, блядь. Особенно в начале. Да. У тебя в гостях, чего жопа-то болит? Хесус, ебать ты смешной. А кому рейд? Забудьте фолнуться обязательно. Я у тебя учусь шутить, но ёбаный. Так, кто там у нас?